Итак, ребят, всем привет-привет. И наконец-таки я обновил скриптик наш на Kaggle. Небольшое там изменение в него внес. Сейчас вам все покажу быстро, наглядно. Регистрацию сейчас не буду вам показывать на Kaggle. Смотрите видео, где Kaggle плюс скала. Поставлю на него ссылочку тоже, где регистрация есть и как потом нашу вот эту модель загрузить на коллаб и сделать уже, преобразовать голос. Итак, сейчас я вам показываю. Смотрите. Вот экран, вот новый скрипт, обновленный мною. Я оставлю ссылочку вот такую в комментариях. В принципе, вам все, что нужно сделать, вставить ее в браузер. У вас откроется вот такое окно, где вам нужно будет нажать вот здесь вот три точки и копия Edit Notebook. И к вам этот блокнот перенесется, будет он ваш. Итак, открывается у нас такой блокнот. Единственное, что нам здесь сюда надо сделать, нам сюда надо загрузить наш датасет. То есть нажимаем кнопочку обратно вот отправить. И сейчас я возьму датасет мой и отправим. Так, сейчас вам покажу. Вот датасет мой. Его я сюда, точнее вот этот, наверное, лучше. Потому что этот сет у меня уже есть там. Переношу, пишу ему имя. Имя написал, приватная модель. Копирую сразу же это имя и нажимаю кнопку Create. Говорит, что имя уже такое есть. Так, отлично, добавлен. Ждем, сейчас он добавится здесь, вот он добавился у нас. Единственное, что здесь вам нужно поменять, это вот здесь вот в Model в одном месте написать ваше имя датасета. Все, в принципе. На этом, в принципе, все, что нужно сделать вам здесь. А теперь что мы делаем? Теперь нам нужно нажать Save Version. Можно запустить отсюда, но тогда вы не сможете, как бы так сказать, вы не сможете просто выключить компьютер. Если вы запустите здесь, нажимая Run All, то есть мы не сможем выключить компьютер, допустим, и уйти. А если мы нажмем здесь, мы сможем выключить компьютер и уйти. Но здесь, если мы нажмем Run All, тоже есть одно небольшое преимущество. Я вам попозже, в следующих, наверное, видео, когда доработаю, расскажу, почему, если вы работаете здесь на данный момент, то есть вам не хочется ждать, то есть у вас есть готовая модель, вам лучше нажать здесь Run All. Сейчас мы будем запускать здесь. То есть называем, точнее еще подождите. Notebook Options. Видеокарта должна стоять GPU T4. GPU T4. Включаем ее. Здесь переменные файлы. Интернет должен быть включен. Все. Единственное, что вам надо изменить название, как искал датасет. Загрузить сюда датасет. И поменять акселератор GPU T4X2 и переменные и файлы. Нажимаем потом Save Version, Advanced Settings. Здесь всегда сохранять output, GPU для этой сессии запустить, сохранить и запустить файл. Все, Save. Сейчас здесь у меня вот началась обработка этого файла, вот оно. Нажимаем сюда. В принципе, все. Ждем. Сейчас у нас будут прогружаться логи. Время примерно, ребят, займет на развертывание модели где-то минут 10. Минут 10, готовьтесь, минут 8-10. Так что вот первые побежали у нас сообщения. Значит, идет все по плану. Так что, ребят, все, ждем. На перемоточке это все смотрим, наверное. Хотя перемотка, это будет слишком долгое видео. Давайте я, когда к концу самому переместимся, когда у нас появится ссылочка, я к вам обратно подключусь. Так, чуть меньше, 5 минут у нас висели вот эти сообщения об ошибке. И сейчас у нас пошла загрузка.
То есть это нормально. Если у вас вот эти сообщения будут висеть, то есть 5 минут, это нормально. Ждем дальше. Прошло чуть меньше 10 минут, и мы получили две ссылочки. Нам нужна вторая, как обычно. Копируем ее и вставляем в браузере. Еще один момент. Если у вас не открывается ссылка в браузере, то вам нужно включить VPN. VPN включаем, ребят. Потому что иногда некоторые провайдеры блокируют данную ссылку. Так, переведено мною. Здесь я автор канала, в общем, и обработан скрипт. Здесь две вкладки, остальные я убрал. В принципе, две вкладки, обработка модели и тренировка. Нам нужна тренировка, естественно. Здесь пишем название, как у нас было вот здесь вот. Все по классике, все из того гайда делаем дальше. Версия вторая. 40, а имя уже здесь не надо менять, я автоматически уже поставил. Нажимаем преобразовать данные. Пока окошко горит, никуда не двигаемся дальше. Окошко погасло, двигаемся дальше. Видеокарта. На самом деле можно две выбирать. Я немножко здесь дообработал. Скрипт можно оставить две видеокарты. А Hardvest, в принципе, оставляем Hardvest. Ребят, оставляем Hardvest, но можете с другими методами поиграться. Hardvest лучше всего. По моим личным ощущениям и по статистике. Лучше всего Hardvest. Все, вытаскивание черт нажимаем. Ждем. Пока окошко горит, ничего не делаем. Можем следить за процессом обработки вот здесь. Это у нас займет, тут написано вот где-то минута. 52 секунды. То есть наши файлы, которые мы загрузили, делят на отдельные сегменты. И у нас получается из двух файлов, сколько здесь, 31 файл, через который он будет потом тренироваться. Итак, заканчивается у нас процесс обработки. Все, рамочка потухла. Процесс обработки закончен. Итак, какое сохраняем количество эпох? Я советую ставить здесь 20. А нужное количество эпох, сколько хотите, хоть 1000 ставьте, в принципе, без разницы. А я сейчас покажу на 10, наверное, эпохах. А размер пачки для видеокарты. Оставляем 7. Здесь ставим «да», «да». Если у вас аудиозаписи меньше, чем 10 минут, включаем вот эту галочку. Это немножечко ускорит процесс. Если они больше, ваш датасет файлов с голосом, ставим здесь «нет». Также можно поставить, в принципе, одну видеокарту. И здесь размер пачки для видеокарты ставим мы 16. То есть если вы здесь ставите 0, то здесь мы ставим с вами 16, и здесь «нет». В принципе, я надеюсь, все понятно. Сказал, объяснил. Скажу преимущество работы с двумя видеокартами — это 30% времени. То есть вы экономите 30% примерно времени. Здесь ничего дальше не изменяем. Нажимаем «тренировать индекс». Все, индекс сформирован файл. Потом нажимаем «тренировать модель». Все. Здесь пошла процессинг написано, и секунды побежали. Остальное мы можем отслеживать в командной строке. Вот здесь, в файлах и логах. Сейчас подключаются две видеокарты. Вот они. Две видеокарты подключились. Четыре надписи. Если написано successful, то это значит то, что нормально все. Две видеокарты у нас работают полным ходом. Итак, сейчас у нас уже побегут эпохи, написано, вот она. Первая эпоха 0%. Первая эпоха будет обрабатываться дольше всех, следующие побегут быстрее. То есть первая эпоха 19 секунд, следующая 10. То есть если бы вы использовали одну видеокарту, то у вас здесь было бы написано 15-16. Из-за того, что мы включили две видеокарты, у нас по 11 секунд, по 10 обрабатывается, в принципе, каждая эпоха. Я считаю, это неплохой прирост. В принципе, ждем уже четвертая эпоха.
Что еще тут из этого сказать я могу? А здесь я переводил все переводчиком, то, что было. Здесь многое не соответствует. Вот, допустим, здесь вот мне написано про Dio алгоритма, либо Manga Creep не написано про алгоритма. Здесь мы всегда ставим «да-да», не забывайте. Всегда ставим «да-да». Вот здесь галочка зависит от того, на какой у вас кусок размера файла. То есть, если больше 10 минут записи вашего датасета, то ставим «нет». Если меньше, то ставим «да». Я бы даже, на самом деле, больше 7 уже ставил «нет». Итак. Практически все эпохи вот у нас сформировались. По 11 секунд каждая эпоха у нас делается. То есть достаточно-таки быстро. А объем файлов, которые я ему туда загрузил, сейчас я вам скажу. Сколько там минут? Минут там у нас 4,5 минуты я ему загрузил. Итак, все, он написал то, что эпохи я сделал. Успешно все. То есть переходим обратно на наш файлик. Все, видите, рамочка здесь потухла, в принципе. То есть все, мы сделали модель. Можем ее вот здесь вот в обработке модели обновить и проверить, есть ли она. То есть модель наша здесь есть, вот она. Что мы теперь делаем? Дальше все делаем по предыдущему тому же гайду. То есть мы останавливаем. Здесь, точнее, не здесь, а хотя тут, здесь такой кнопки нет, ну, Вася, покажу в другом месте, знаете. Вот здесь вот у нас желтенько, видите, горит стрелочка, нажимаем сюда, три точки, и здесь стоп сессия, остановить сессию. Все, останавливаем сессию эту. А еще хотел спросить, было бы вам интересно узнать, как, допустим, с этой же среды дальше преобразовывать голос? Если интересно, пишите, в принципе, в комментариях. Мы это с вами все разберем. Как вот сюда вот втащить файлы и конвертировать их прямо здесь, не переходя впоследствии на коллаб. То есть обновляем сейчас здесь страничку эту. Все, написано, все успешно у вас завершилось. Нажимаем Output. Здесь Load, то есть MO, показать больше файлов. Здесь нам нужна папочка Waitings. Вот он, наш файл Calib. Скачиваем его. И возвращаемся обратно, в принципе. Ну, давай обратно. Возвращаемся обратно, и здесь нам нужен файл теперь логов. То есть load mo нажимаем, логи, calib, и здесь индексный файл вот этот, edit. Он всегда называется с edit. Его тоже скачиваем. На этом все. Потом загружаем это все в зиповский архивчик. Смотрите видео предыдущее. Я там все рассказал, показал. Зиповский архивчик, на мегу, переходим на коллаб, я этот блокнотик немножко переработаю потом, чтобы было все понятнее. Нажимаем старт, ждем прогрузки ячеек, сюда вставляем ссылку на мегу, на файлообменник, нажимаем play опять, и потом нажимаем вот здесь вот тоже play. И все. В принципе-то. В принципе, потом делаем там уже модель голоса свою. Итак, на этом у меня все. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, лайкосы большие. Старался. Сегодня сидел целую ночь, дорабатывал блокнот, чтобы у нас все было четенько, по красоте. То есть на русском языке все красиво. Все уже стояло практически по умолчанию. Только одно имя вам надо вписать для тренировки. И количество эпох, которые вам нужно. Больше вам здесь делать ничего не надо. Осталось проработать вот этот блокнотик нам с вами. То есть я его проработаю. Здесь, в принципе, его сделаю под нас, чтобы еще интереснее было. И тут еще, вот мне интересно ваше мнение, интересно вам было бы рассказать про эту вкладочку, то есть обработка модели, конкретно как реабилитация уже на коллабе.
модели, а не переход и перетаскивание ее потом вот сюда. Так что все, ребят, всем пока-пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи. Телеграм-канал, помню, скоро создам. Скоро создам, на следующем видео дам ссылочку. И еще хотелось бы спросить, у меня видео записано, оно должно быть сегодня было выложено, но я его перенес на завтра. Было бы вообще интересно посмотреть про вообще AI, вот всю эту тему. Я заинтересовался тоже Midjourney. Давно занимаюсь, и там новая вышла под нее подсеточка. То есть Invoke AI называется. Было вам интересно видео про нее, как генерация картинок, искусственный интеллект, все дела. Так что все, всех обнял. Пока-пока, ребят.